для игр, верно, монитор себе? Не для работы, не для серфинга в интернете, а именно для игр. И ты выбираешь Asus. Ну, блять, вот что нелогично. Понимаешь, ни один нормальный человек, который играет в игры и пытается подобрать монитор получше, не возьмет Asus никогда. Потому что Asus для игр это полная хуета, именно если ты хочешь нормально играть.